73-м году я родился в семье, где папа был инженером, мама учительница музыки. В общем, были обычными советскими людьми, советскими служащими. Семья была довольно пронизана еврейством, по тем временам гораздо в большей степени, чем совсем ассимилированные советские семьи. Ну, скажем, я с детства знал идыш. Праздновали дома какие-то еврейские праздники, довольно углубленно, скажем, проводили пасхальный седер. Ходил я, конечно, в обычную школу, очень хорошую, но еврейских школ тогда, конечно, не было. И я твердо решил тогда, в 89-м году, уезжать из Советского Союза, причем уезжать не куда-нибудь, а только в Израиль. То есть вот тут как раз началась обычная история советского еврея, когда, кабы не антисемитизм, глядишь, был бы совершенно ассимилированным. Я часто думаю, как бы повернулась жизнь, если бы тогда, в 89-м году, я не поехал учиться в Ешиву. И, конечно, она была бы совсем другой. Я не знаю, какой бы она была, но я бы не был бы собой. Я бы не занимался своим любимым делом, тем, как я им занимаюсь. Я бы же не женился так, как я женился. У меня бы не было моих 6 детей. В общем, я могу сказать, что хасидизм и моя Ешива изменили не только мою жизнь, но и жизнь, в общем, довольно большого количества людей, которым еще предстоит родиться. На сцену приглашается раввин Борух Горин.